Но здесь нарушение правил было, видимо, Шеми попал. Бам! Ой, прям четенько, большим пальцем. Ой, не трогайте лицо руками, как говорят. Соблюдайте социальную дистанцию между своими руками и своим лицом. И чужим лицом. И чужим лицом тоже желательно, конечно. Воу, воткнулся прям палец. Как в Джеймса Хардена когда-то воткнулся палец Дреймонда Грина, точнее два или там пять. Ну, там были же эти фотки с красными глазами Хардена на приеме у нарколога. Или как-то так. Опять же, вот Клиперс, я не понимаю, то есть они и не... Это что такое? Ну... Это что такое? А, это специальная штука? Промыть. Вау, какое устройство. У него же для колена тоже есть там свои там... Промыватель глаза. Штуки. Промыватель глаза. Ну да, на Алиэкспрессе заказали где-то. Промыватель глаза у чуваков есть. Вау. Одного, причем не двух глаз. Промыватель одного глаза. Интересно, есть промыватель двух глаз? Да, это называется раковина. Надо купить себе после некоторых матчей, очень пригождается, серьезно. И еще промыватель мозга было бы здорово купить. Вау. Телевизор? Собственно, сравнивать счет Клиперс. Да.